Берчане беспокоены рубкой деревьев в городском лесу между лыжной базой «Метелица» и базой отдыха «Чайка». Неравнодушные жители города обратились в редакцию ТВК с просьбой разъяснить ситуацию. Законна ли вырубка, узнавала Маргарита Морозова. Горожане негодуют. В бердских лесах орудуют черные лесорубы. На тропе здоровья около лыжной базы «Метелица» срублены и сложены сосны. Оказалось, это дело рук специалистов, причем в рамках официального договора. Вот здесь проводилось мероприятие по обеспечению санитарной безопасности лесов. То есть уборка ветровала, бурелома, где-то маленько аварийные зависшие деревья после ветра. Такие работы проводятся весной и осенью. Ведь летом из-за зелени бурелома попросту не видно. И год от года валежника меньше не становится. Специалисты лесхоза наглядно показывают, как здоровое дерево начинает погибать. С чего все начинается? Вроде бы как бы здоровое дерево, 170-180 лет. А вот видите, наглядно сразу показываем, что вот заселяются короеды, начинают его помаленьку как бы объедать, и все, и дерево засыхает и погибает. Гуляя по лесу, нередко можно встретить сосны, вырванные из земли с корнями. Мертвый лес, который лесхоз пилит и вывозит. Убедиться в этом просто. Кора таких деревьев либо легко отстает от ствола, либо вовсе отсутствует. А по окантовке спила древесина серо-синего цвета. Акционерное общество «Бердский лесхоз» ежегодно нами заключается договор на ведение таких мероприятий. Та ситуация, которая сейчас проговорена на данном участке, в основном убраны валежник, деревья, которые упали, сухостойные, чтобы обезопасить население города Бердска при прохождении по тропе здоровья. Бердское лесничество – это более 1900 гектаров. Работы у лесхоза немало. Ландшафтные рубки, например, позволяют лесу оставаться более жизнеустойчивым, улучшают состояние взрослых деревьев и подлеска. За счет прореживания более взрослых деревьев молодняк становится крепче. Что касается санитарных рубок, они лесу жизненно необходимы и проводятся исключительно по заключению лесопатологического исследования. А пятаки после вырубок в обязательном порядке силами лесхоза засаживаются молодыми деревцами.